всем привет! Мы делаем торт. Торт называется «Золотой ключик». Вот крем взбиваем. Какао там, да? Да, какао-то. Какао-порошок, сахарная пудра. Вот. Какао. Ванильный сахар. Масло сливочное. А это ты куда ложила? Крем. Это тоже в крем, да? Белый крем. А, белый крем. Здесь два крема у нас. Вот такой тортик. Как же, значит, белый и с добавлением какао и коричневый. Вот такие вот каржи. Мы их разрезали. Упекали мы их в мультиварке вчера вечером. Вот. И вот сейчас вот эти белые крем. И потом, значит, будем мы делать красоту, да? Вот мы и наводим красоту. Так, смазываем. Вот, вот так. И перевернула. Это лёжа будет, да, показываться? Не знаю. Чем ты украшать будешь? В смысле? А? В смысле чем? Ну, сверху просто будет намазано. Вот, крем. А ничего, никаких цветочков, там листочков? Кондитерского мешка нет. А. У нас нет кондитерского мешка, поэтому мы сейчас вот так намажем его. Можно было бы цветочки сделать, розочки. Еще можно этот пергаментную бумагу найти, из нее сделать мешок. Что искать, вон он стоит возле шифонера. Ну, тем более. Так, ну ладно, я пока приостановлю, потом ты когда бока или что будешь мазать. Вот мы уже бока смазываем. Такой вот у нас получается тортик. Мы посмотрим, может быть, даже еще чем-то его украсим. Если так. Останется. У нас еще оси. Можно было бы чем-то. А там есть это, кокосовая стружка. Нет, Коля не ест кокос. А он не кушает такое. И орешков нету. Так можно было. Орехи бы... он тоже не он ест. Он тоже не ест. Тогда это отпадает. В общем, вот такой вот у нас красивый тортик. Вот мы нашу красоту поставили в холодильник. Вот. И потом чуть позже дочь сделает розочки. И украсим его розочками. Вот такой вот у нас получился. Еще попробуем. Вкусный, невкусный. Вот. Такая вот красота. Ну вот разукрашивать мы не стали. Вот такой вот у нас тортик получился. Вот. Я думаю, что он вкусненький. Та-дам! Приступаем к разрезке торта, да? Правильно я сказала? Разделка торта. Так, вот пусть как скажи, правильно будет. Так, мы разрезаем тортик. Сейчас будем чай пить, пробовать такую вкусняшку домашнюю. Хорошо. Ты ж чай хотел пить. Сам торт просил. Он хочет чистым покушать. Вот у нас тортик. Thank you.
хочешь сразу весь разрезать, да? Ну да. Полностью разрезанный. Пусть полностью при разрезанном будет. Мяукулечки жарко. И как он дышит. О, какой тортик, какой красивый. И, наверное, очень-очень... Лёжа, положи его, то всё равно упадёшь. Такой вот красивый тортик у нас получился. Вкусненький, хорошенький. Вот такой в разрезе он у нас. Вот. Сейчас мы будем пить чай.